Инновационную ассоциацию создают SBA Ripple Asia и 10 крупнейших японских эмитентов банковских карт. Новое объединение занимается разработкой единого блокчейн-реестра банковских операций, механизмом для уменьшения издержек и увеличения эффективности в индустрии банковских карт. Ассоциация также будет использовать технологию блокчейн для осуществления процессов идентификации личности клиентов в механизмах по борьбе с незаконным проведением транзакций и выпуском криптовалюты. Официальный старт работы объединения запланирован на январь 2018 года.